Друзья, всем привет. Всем привет. Начинаем новый влог. И сегодня утром я прочитала в комментарии вопрос по поводу картины, которую я вам показывала, мы дарили на венчании маме. На холсте? Да. Спросили ее впечатления. Впечатления были крутые, она очень сильно с папой, они удивились. Им очень понравилось. Они ее, кстати, повесили в зале. Ты не спрашивал, куда они повесили? Нет, мы потом покажем вам. А по поводу... Снимали мы не снимали это, вот. Но видеограф этот момент заснял, поэтому я потом, когда будет видео с кафе, я обязательно с вами поделюсь и выложу их впечатления, как они обрадовались, как мы открывали, мы же сначала тарелку им подарили, и потом уже все сами посмотрите. Я надеюсь, где-то через месяца два нам видео пришлют, потому что мы сами очень хотим это все посмотреть. Мы сейчас едем в автозаводе, Зайке надо купить какую-то штуку. Эль-карнитин. Для зала. Потом мне надо фикс прайс, я на второй канал буду снимать распаковку. Я либо куплю сейчас что-нибудь из еды вкусненькое там попробую, либо я для декора что-нибудь там куплю. Потом мы поедем в Альберис, заберем полку, которую мы сегодня будем собирать. И еще заедем в Спар, купим еды. Булочки хочу купить, а Зая на работу купит себе. Потому что сегодня во вторую, время 11, но мы все, я думаю, успеем сейчас. Нам здесь недалеко, поэтому едем, потом попозже к вам вернусь. Привел. Утром завтра, да, как перед завтраком? Да. Засунут. В смысле? Вставляй палочки-то. Почти готово. Сначала неправильно собрали. Сейчас уже все правильно. Переворачивать. Да, закручивай эту сторону. Все, почти все. Я поставила полочки, уже сняла обзор на эту полочку. Крутая полка. Мы решили сюда поставить телевизор, так как она меньше высотой и удобно смотреть. Сейчас нужно протереть приставку, спрятать провода. В фикс-прайсе сейчас обзор у меня на другой странице. Я ссылочку на другой канал оставлю. Там обзор на фикс-прайс. Все, что я там покупала сегодня. Купила одну вот такую вот штучку. И подумала, что я ее буду использовать в ванной под свои инструменты, фен и так далее. Но плойки. Но увидела, что вот на этих она идеальна. Так как икеевская она больше, и вот эти вот белые не умещаются туда, вот эти штучки. Поэтому я решила, что я ее оставлю здесь. Куплю еще три таких. Сюда, наверное, поставим иконы. Все такое вот красивое, что было. И вообще будет супер. Сейчас я все это уберу, разберу. В фикс-прайсе купила еще вот такую вот свечу. Ее я поставлю вот сюда. Сейчас будем все декорировать. Конфетки. Обзор с Валприса завтра выложу на другой канал. Мы тоже разные конфеты там заказывали. Вот, не все просто пришло. Будем с Сережей делать обзор. Полочка у меня здесь все для ногтей, гель-лаки, все-все-все, лампа, все для ногтей. Я купила такую салфетницу, сейчас положу туда салфетки. Купила осенний декор, его я хочу пока убрать вот в одну из вот этой. У меня пока она одна, как раз уберу сюда. И потом, сегодня у меня нет времени на уборку в полках, я просто их убрала. А потом, когда буду разбираться, я сложу все в один контейнер. Осенний декор, зимний декор. Но у меня зимний лежит. Где он? Вот, у меня здесь, видите, все, дискотечный шар. Вот тоже осенние листочки. Вот, их решила пока оставить вот здесь. Я точно не забуду, что они у меня вот здесь. Просто вот так уберу. И здесь уже вот полочки готовы. Белые. Сейчас хотела сделать заказ в Икее, а там все глючит. И передумала. И того, что мне нужно, нету. Поэтому оставлю... Вот так. У меня лежали просто так, поэтому я их просто теперь положу вот сюда. Свечки я еще не нашла применение, но я думаю, что можно поставить еще что-нибудь сюда. Пока оставляем вот таким образом. Тоже, ну как бы отходит, надо будет собирать просто ее.
Вот это вот еще растет большая. Пахнет, да? Так стою и пахнет. Ага. Вот эти черки. Только они не прям красные, как в магазине. Ну, это у них сорт что-то, такой. У них что-то добавляют, наверное, в магазине. Вон, смотри, какая висит прям. Вообще здоровая. Красненький. Наверное, вкусная. А бабушка спросила, закатывать ее? Я говорю, нет, чай есть. Нет, есть. И так мало тут. Конечно, что тут закатывать. Жалко, да, что такой хороший. С Ольгой вчера разговаривали. А? А? Да. К чему? С Ольгой вчера разговаривали, я звонила, говорю, спасибо тебе за помидоры. Она, что с черри будешь делать? Я говорю, ничего есть. Она такая, а я это... Лес, куда? Ну там, в тёмный лес. Там эти, я хочу сказать, маленькие там эти насобирали. Может, просто еще пока слоя не было. Ну как, дождь это был? Ну вот мы бы когда были, еще поход слоя не было. Сейчас они, наверное, должны биться там. Мы туда идем? Чё? Мы в чёрный лес идем? Сначала под морем пройдемся, ну под морем там делать. Смысла нет, да. Там все уже ухожено, перехожено. Там куча тоже проблема. Грибы. Что за безобразие? Все, ежики съели, что ли? Просто безобразие. Может, поглубже зайдем? Мы сейчас сюда пойдем. Мы просто здесь пойдем. Если только есть, наверное, то куда подосиновики находят. Ну, можно подосиновики. Подосиновики мне тоже хорошо нравится такой. Второй раз иду, второй раз нет. В этом году вообще плохо. Но продают. Вот где в Орс, мы в церковь ездили, там вот много грибов было. Там, где я, знаешь, я хочу сказать, я когда вот, на неделю ходила на рынок, а в четверг, в среду, по-моему, на рынок ходила. Нашли! Вон еще один стоит. О! Отлично! Да. Да! Какой красивый! Сейчас пожарим. Может, за листочками еще какой-нибудь? Да, Сереж, по-моему, сделает этот какой фитерш у меня машина, Сережа. Это белый глиб. Это подосиновик. Тоже приду посмотреть. Это березы. Видишь, они как склонились. Они целуются. О, ничего себе! Вот это лишь какой! Бутылку у меня, думаю. Внутри. Да-да. Что вот это за грибы и как их жарить? И можно, если вообще вот так они выглядят. Напишите в комментариях. Может, кто знает. Их тут очень много, вот этих вот. Я побоялась, что она меня укусит. Сейчас он будет пить горячий, как хочет. Мне. Ну вот бери и горячий будешь пить сейчас. Конечно, не место здесь так вот. Сидим и тут угли. Сюда картошки, а грибов вообще нету. Мне кажется, картошки в этом раз поесть. Хватит нам на всех? Да-да. Я сейчас буду закрыть эти крышки.
понажали. А соль последнюю. Ну, ты сейчас тушишь под крышку. Не будет там, я тушу. Будет, не, давайте не будем под крышку. Сначала. Чуть-чуть попозже. Красота. Кайф? Вообще. Папа, подкинуть, пап? Там ничего не горит. Зай. Привет, скажи всем привет. Всем привет. А что подкинуть-то? Там всем привет, привет, всем привет. Всем привет. Тошечка жарится. Может, под крышку уже можно? Хорошо, где так посидишь, блин, как не надо, а что посидишь?